Дружба, которая исчисляется миллионами долларов. Наша губерния укрепила свои связи с Республикой Беларусь. На этой неделе в Могилеве прошел 5-й форум регионов двух стран. Об итогах наш материал. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет наставником конкурса «Лидеры России». Кто может поучаствовать в масштабном проекте и что нужно, чтобы победить? В Самаре взят под стражу руководитель государственной жилищной инспекции Андрей Абриталин. В чем подозревают чиновника? Не пропустите, в воскресенье в 19:00 расставим точки над «и».